Бокер тобе жавар хоть шаббат, глава 44, игры и игрушки в шаббат, это значит, что вредит орнич матколем, который мы храм хайсе бер тамара, ле орлом бесер, бен барухат бен адина, Яков бен Зевом, гам бен орлшу бен агул, Яков бен Рахел, вегам некадам бат Зево. Насахат хам ицел, урфуат эмсер, урфуат шамай рухай бен Мриям, шмон хам бен мазал рухай, Яков бен Ципора, леа, леена бат Шура, бедрата шам урфуат шлема, колом Исраэль. Тау говорит Аллаха так, вступление, богатство, приобретенное суетой, уменьшается, а собирающий рукою трудом умножит его. Надежда продолжительная истомляет сердце, а исполнившееся желание – древо жизни. Исполнившееся желание – древо жизни. Пренебрегающий словом Божиим понесет кару, боящемуся же заповеди воздается добром. Учение мудрого – источник жизни, дабы удалиться от сетей смерти. Добрый разум придает красоту душе. Путь же вероломных крутой. Всякий благоразумный действует со знанием, с разумом, а глупый выставляет на показ глупость. Посланник нечестивый попадает в беду, посол же верный – исцеление. Нищета и посрамление отвергающему учение – а кто соблюдает наставление, будет почтен. Мишле Шлома Мелеха, 13 глава, 11 по 18 псуки. Аллаха говорит так, игры и игрушки в шаббат. Первая Аллаха. Все законы, о которых будет говориться в этой главе, относятся к детям до возраста бар или бат мицвы. Мальчики менее 13 лет и девочки меньше 12 лет. А тем, кто достиг этого возраста, конечно же, лучше не увлекаться этими играми, так как святые дни, шаббат и йом-тов, праздник, были даны народу Израиль для занятий святой Торой, а не и неверно проводить это святое время попусту. Наши мудрецы сопоставили один час учения Торы в шаббат с 1000 часами учения Торы в будние дни. Один день, один час человек учит в шаббат Тору равняется 1000 часов в простой день. Поэтому человек должен, и недавно я услышал, что Хафец Хаим говорит, мы с вами говорили, за минуту человек может сказать примерно 200 слов. Каждое слово Торы, это мицва, равносильная всем 613 заповедям. Получается, что если мы умножим 200 на 613, получается 122 тысячи. Мицвот человек может сделать за минуту, изучая Тору. А если мы умножим это еще на шаббат, еще на 1000, получится 122 миллиона мицвот. Поэтому здесь законы про игрушки, он говорит, не надо играть. Наши мудрецы сопоставили, как мы сказали, один час учения Торы равносильно 1000 часов в будние дни. Не надо останавливать женщин, играющих с детьми в разные игры, если известно, что они не послушаются. То есть, сейчас посмотрим, как мы дальше. Женщинам тоже нежелательно увлекаться играми, но если мы знаем, что она не будет слушаться, то не нужно ее останавливать. Вторая аллаха. Разрешается детям играть в игру Лего, где, соединяя части этого конструктора, отстраивают домики и башни. Также им разрешается разбирать эти домики и башни. Нет в этом действии запрета строения или разрушения. Как мы знаем, шаббат нельзя строить и разрушать. У детей есть игры, в которых они строят. Имеют они право это делать или нет? Имеют право. Это они не нарушают запрет строить, собирать или потом разбирать и разрушать. Третья аллаха. Запрещается завязывать шары после их надувания, чтобы сохранить в них воздух. Но нет запрета надувать шары или формы разных надувных игрушек, которые не завязывают после надувания, а просто затыкают специальной пробкой из резины. То есть шарики дуть в шаббат можно или нет? Шаббат дуть можно, но как потом мы сделаем так, чтобы воздух оттуда не выходил? Поэтому шарики в шаббат мы не дуем. Но если у человека есть, я знаю, раньше был спасательный круг, как он называется? Баллон. То там есть пробка, можно его надуть и пробкой его закрыть. Четвертая аллаха. Желательно не надувать мыльных пузырей в шаббат. Но если ребенок уже начал надувать, то нет обязанности останавливать его. Да, мыльные пузыри, делают шар, есть игра такая, баночка с пластмассой, с кругом.
на конце делают мыльные пузыри. Нежелательно это делать в шаббат. Нежелательно. А вы говорите сейчас, значит, баллон в шаббат завязывать? Завязывать баллон в шаббат нельзя. Затыкать. Можно заткнуть, да. Затыкать нечего. Но не баллоны, а есть и другие вещи, которые из твердого пластика сделаны, и там есть пробка. Пробку можно поставить. Пятая аллаха. Разрешается в шаббат играть в домино, и желательно купить отдельный набор игры домино специально для шаббата, чтобы отличался своим внешним видом от набора, с которым дети играют в будние дни. Теперь, как мы сказали, все эти законы относятся только к детям меньше 12 девочек и меньше 13 мальчикам, не для взрослых. Все, что здесь разрешается, это для детей. Шестая аллаха. Запрещается в шаббат играть в игры, в которых обычно считаются и записываются баллы выигрывающих и проигрывающих, так как могут прийти к запрету писания, чтобы не писали, поэтому эти игры запрещается играть даже детям. Седьмая аллаха. Желательно не играть в шаббат в игры, в которых задействованы выдуманные деньги. Например, монополия, лото, савимон и так далее. А на деньги запрещается играть даже в будние дни. То есть там есть напечатанные деньги. Фальшивые деньги. Эти игры в шаббат желательно не играть. А на деньги играть в карты, я знаю, в домино нельзя даже в будние дни. Восьмая аллаха. Не надо останавливать тех, кто играет в шахматы в шаббат, но все же лучше в них не играть. Девятая аллаха. Запрещается в шаббат играть в настольный теннис, пинг-понг. Нельзя. Десятая аллаха. Запрещается в шаббат распределять марки из-за запрета разделения, а также запрещается клеить их. А для тех, кому эти коллекции марок представляют материальную ценность, они являются мукце. Еще раз. У человека есть коллекция марок, он хочет их разобрать. Я знаю, что там есть разные виды марок. Про космос, про землю, про моря, про океаны. Шаббат не имеет права их сортировать. Он сейчас их разделяет. А если это дорогая коллекция, тогда она еще мукцы, как деньги. 11 аллаха. Игры, связанные с бегом, прыжками, прятками, разрешаются. Также можно прыгать со скакалкой, но не для занятий аэробикой. Запрещается делать упражнения для укрепления мышц тела, легкая или тяжелая атлетика, но упражнения пальцами рук разрешены. Опять мы сказали, все, что можно бегать, прыгать и так далее, это детям меньше 12-13 лет. Это не взрослым, это детям. Сказал, что все, что будет здесь говорить, все законы, о которых будет говориться в этой главе, относятся к детям до возраста бар и бат мицвы. 12 аллаха. Запрещается человеку взвешивать себя, чтобы узнать свой вес, или измерять свой рост в шаббат. Сказать, в шаббат взвешивать и мерить нельзя, это разрешается делать для исполнения мицвы. Если у человека есть неэлектронные весы, тогда он имеет право взвесить хлеб или на Песах там казает мацы, или каум, или вот этот салат, который мы едим. Для мицвы можно, но человек взвешивает себя и измерять себя в шаббат не имеет права. 13 аллаха. Запрещается чертить на асфальте клетки для игры в галки. Также запрещается чертить палкой или ногой на песке. Также запрещается толкать ногой гальку, так как она является мукцей. Это шайбочка, которую дети играют, это она мукцей. 14 аллаха. Запрещается в шаббат делать снежки или лепить снеговики из снега. Но сам снег не является мукцей. Даже если выпал в шаббат. То есть мнение, что снег является мукце. 15 аллаха. Запрещается в шаббат строить самолетики, кораблики или другие изделия из бумаги. Говорится даже детям. 16 аллаха. Запрещается в шаббат ездить на велосипеде. Но не надо отказывать маленькому ребенку, если он хочет кататься дома на трехколесном велосипеде. А там, где имеется и рув, это разрешается даже на улице. Маленьким детям на трехколесном. Там с большим велосипедом проблема, что он может шину проколоть, цепь может сбросить. И он, ты хочешь не хочешь, начнет его чинить в шаббат. Это трехколесный велосипед, там все резиновое, там обычно не ломается. 17 аллаха. Запрещается в шаббат лепить из пластилина, глины, воска, гипса и тому подобных,
Также запрещается заливать любые формы гипсом и тому подобное. То есть, если хотят играть в пластилин, в шаббат нельзя. 18 алаха. Разрешается детям играть с сухим песком в песочнице, так как данный песок был подготовлен и предназначен для этого и не является мукце. То есть на детской площадке завезли песок, речной песок, там они хотят играть, имеют право. Но песок на берегу моря или песок для строительства является мукце, и нельзя переносить его с места на место. Запрещается смешивать песок с водой и замешивать глину даже детям. То есть мы все, пока дети маленькие, мы их воспитываем, чтобы они знали, когда вырастут, что можно и что нельзя. Поэтому песок на берегу моря, песок для стройки, он мукце, нельзя его трогать. Но песок на детской площадке, который специально привезли для них, не является мукце. Но несмотря на это, лепить из него ничего будет нельзя. С водой лепить будет нельзя. 19 алаха. Разрешается детям играть в шаббат с неэлектрическими погремушками, которые производят всякие звуки при нажатии на них. Но запрещается взрослому потрясти погремушку, чтобы успокоить плачущего ребенка. Мы говорим, с вами говорили, в шаббат звуки создавать нельзя. Нет необходимости запрещать детям играть в неэлектрические игрушки с заводным механизмом, где необходимо заводить игрушку ключом. Но запрещается играть в любые игрушки, использующие электричество или батареи. Запрещается в шаббат надевать обувь, у которой зажигаются лампочки, даже детям. Да, придумали сегодня кроссовки, лампочки там зажигаются. Детям их на шаббат одевать нельзя. 21 алаха. Разрешается детям собрать рассыпанные в шаббат игрушечные бусинки или жемчужины, и можно им вдевать их обратно на нить. Но запрещено завязывать концы этой нити. То есть бусы рассыпались, у них есть сейчас время, имеют право снова на нитку их нанизать, но завязать эту нитку в конце нет. Убирают ее в шкатулку аккуратно, а после шаббата завяжут концы этой нитки. А если рассыпались натуральные жемчужины, то можно собрать их в мешок, но строго запрещается вдевать их обратно на нить. И тем более запрещено завязывать концы этой нити, даже если жемчужины были вдеты на нее до шаббата. 22 алаха. Разрешается в шаббат качать детей на качелях, прикрепленных к земле или к косяку дверей. Но запрещается качать на качелях, прикрепленных к дереву. Качели, которые мы ходим в парк, я знаю, на улице, там их катать можно. Но к дереву запрещено. Дерево почему запрещено? Мудрецы постановили запрет использовать дерево на шаббат. Поэтому если веревки этой качели завязали прямо на дерево, тогда нельзя. Но если к дереву прибили штыри, и потом эту качель завязали на эти штыри, тогда запрета не будет. Потому что я уже не пользуюсь деревом, а пользуюсь тем, что прикреплено к этому дереву. 23 алаха. Разрешается в шаббат качать детей, мы сказали, 23-е, разрешается вносить фотографии обратно в альбом, но запрещается сортировать или клеить их. У человека есть альбом, свадебный, я знаю, фотографии рассыпались, имеет право снова вставить их на место, но смотреть имеет право, но сортировать не имеет. Там, где начало, конец и так далее. Клеить тем более не имеет права. 24 алаха. Разрешается играть косточками персиков, камушками и тому подобное, если подготовили их для этого до шаббата. Человек помыл камешки до шаббата, косточки и так далее, для того, чтобы с ними играть, чтобы дети играли, уже они не мукце. Потому что до шаббата я уже этот камень подготовил и определил, как то, что я буду им пользоваться на шаббат. 25 алаха. Разрешается отобрать чернильную ручку у ребенка, который пачкает ею себя и квартиру, и поставить ее в укромное место. То есть у человека ручка сама по себе это мукце, но здесь мудрецы разрешили его забрать эту ручку у ребенка и поставить на место. 26 алаха. Разрешается в шаббат смотреть в неэлектрический бинокль, а также разрешается наводить его в шаббат, если есть для этого необходимость. Если он не резкий, имеет право его навести. 27 алаха. Запрещается в шаббат посещать стадионы для спортивных соревнований. Футбол, баскетбол, бейсбол и тому подобное. А? Запрещается.
запрещается в шаббат человеку ходить на эти игры, наблюдать за ними. И 28 Аллаха говорит так. Разрешается собрать игрушки после детей, чтобы дом выглядел убранным на шаббат. Но если уходят из дома с намерением вернуться после шаббата, то нельзя убирать игрушки, так как в этом случае производится уборка квартиры для буднего дня. То есть рассыпались игрушки, еще мы будем сидеть дома или придут гости, имею право убрать эти игрушки. Но если уже закончили, то для чего я убираю? Я убираю уже этот день для моцей шаббата или для воскресенья. Дети поиграли, мы идем дальше в синагогу или в гости, и до окончания шаббата не вернемся. Тогда эти игрушки собирать нельзя до окончания шаббата. Собираем их после окончания шаббата. Баруха Адонай Леолам. Амин. Амин.